Ну, освоение севера – достаточно сложный процесс, и без транспортного обеспечения всеми видами транспорта крайне тяжело вообще освоить ту добычу, разведку даже, и вывоз углеводородов, которыми богат Ямал. Поэтому инвестиции в транспортную инфраструктуру должны идти опережающими темпами по отношению к добыче. И это очень принципиально, потому что социальная роль транспорта здесь просто крайне высокая. Охватить Ямал всеми видами транспорта, железнодорожным, автомобильным, и развитие речное сообщение, речные порты, морские порты – это просто задача номер один.